анонс, и точно дата выхода первой и второй серии третьего сезона сериала «Новенький». Первая и вторая серии сериала выйдут на интернет-портале. Старт 10 августа. В новых сериях мы увидим знакомых героев и новую историю. Персонажи «Новенького» делают первые шаги в жизни после школы, но их планы, желания и мечты может разрушить чья-то ошибка. Интимное видео одной из девушек попадает в сеть. Кто его слил и к чему может привести этот поступок всех новеньких? Это мы узнаем уже в новых сериях. В этот день состоится онлайн-премьера первых двух эпизодов. Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девочки из компании Леры он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь. Главную роль в третьем сезоне проекта, рабочее название которого было «Новенький. Аттестат зрелости», исполняет по-прежнему Глеб Калюжный. К уже известному актерскому составу присоединился Анар, запомнившийся зрителям по главной роли в проекте «Этерна. Часть первая». И другим ярким образом в одном из эпизодов также мы увидим маму Глеба Калюжного, Наталью Калюжную. Для нее это стало первым появлением в кадре. Еще в сериале сыграли Анна Демидова, Елизавета Запорожец, Иван Лаврухин, Виталий Щербина. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на интернет-портале. Старт 10 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.